Всем привет, дорогие друзья! Вы не удивляйтесь, что у нас такая картинка. Нам сегодня 8 марта, кстати, поздравляю всех. И нам подарили шиншиллу. И смотрите, у нас к шиншилле в клетку залезла наша Муська-кошка. И смотрите, что они там вытворяют. Шиншилла, кстати, это мальчик. Зовут его Тиша. И видите, что они... Муся, ты что там вытворяешь? Тишечка, Тишенька, иди ко мне, мой мальчик. Видите, что утворяет? Тишечка, иди погуляй. Вот такой вот он мальчик. Муся, ты что делаешь? Муся, нельзя Тишу обижать. Ты что такая наглая, Муська? Ну, обижает она Тишку нашего. Тишечка, мы только приехали, только его привезли. И вот такой вот он у нас красавец. Мы тут ведро поставили, чтобы ему удобно было слазить, так как клетка высокая. Пока у мальчика в комнате он. Там у него купалка стоит. Корм поставили. Тишечка, давайте тут поудобнее сделай вот так вот купалочку, чтобы тебе... Вообще-то нет, на другую сторону, а корм в другую сторону. Так тебе удобнее будет залазить. Ой, Тишка, тихонечко. Ой, мой мальчик. Вот так вот он у нас. Тишечка. Тише. Тишенька. Вот и мальчик наш. А Муся сидит и пытается с ним играть. Смотрите, что она вытворяет. Муся! Кс-кс-кс. Она этим удерет шерстку-то. Дура наша. Ай, Муся, пошла нафиг отсюда. То ты его повредишь. Вот такой вот у нас получается Тишка. Тиша! Тишенька! Мальчик наш! Ты наш мальчик. Тише. Тишенька. Тише. Тише. Боится пока он еще нас. Ничего, сейчас привыкнет. Мы его потом покормим. Тишечку, да, Тиша? Вот так, лежак у него старый, рваный. Но мы ему новый сошьем, повесим. Любит он в лежаке спать. Или закажем ему лежачок хорошенький. Мягенький, красивенький. Сейчас я поеду в город, куплю ему корм, фрукты, сухофрукты ему возьму специальные. И будет он у нас. Всем, кому понравилось, поставьте лайк. Всех с праздником, с 8 марта женщин поздравляем. И вот такой вот на 8 марта моим девчонкам подарили нам подарок вот такой. Ну, это раскраски. Я вам подарила, вы потом покажете, что вы подарили. Ну ладно, всем пока и всех с праздником!